Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Также вы уже можете видеть новый каталог, который будет действовать с 4 июня по 23 июня. Каталог уже такой праздничный. Как вы знаете, в этом году в России проходит чемпионат мира по футболу FIFA 2018. И компания решила не отставать, также в ногу со временем подготовилась к данному событию. Итак, давайте посмотрим, что же у меня было в заказе. Ну, хочу я начать, конечно, это с новинок. Новинки этого каталога. Это у нас наборчик Elvie Summer Joy. Здесь всего есть, значит, гель для душа 200 мл входит и лосьон для тела парфюмированный 150 мл. Вот такой вот наборчик. Конечно, в наборе брать дешевле, чем порознь. Пока аромат я не совсем поняла. Пробник данной водички я не заказала. Но вроде бы пахнет достаточно приятно. Здесь есть аккорд, если не ошибаюсь, груши, одуванчика. Такой вот легкий аромат. Надеюсь, что мне понравится. И вот, собственно, вот в таком вот ярком тренде желтого цвета весь этот наборчик. Следующее, что также было заказано, это у нас обновленная линейка Hair X сухой шампунь для придания объема с фитонутриентами. Данный шампунь у меня есть из старой линейки, которая уже по факту не выпускается, да. Очень мне нравится данный шампунь, спасает в любой экстренной ситуации, если у вас нет возможности помыть голову, особенно если у вас длинные волосы. Также подойдет для тех, кто достаточно долго проводит время в поездках различных, командировках в том числе, или в отпуск едет. И вообще, в принципе, идеальный вариант для сумочки самое оно. То есть, смотрите, если взять мою ладошку, то он небольшой, этот спрей, и, в принципе, очень достойный. Достойный, приятный аромат. И хочу вам посоветовать. Особенно его хватает на длительное использование. То есть, в принципе, он достаточно экономный. Следующее, что было также заказано, это была большая скидка на спонжик силиконовый для лица. Посмотрите, это чудо пришло мне вот в таком вот подарочном варианте. Честно говоря, я даже немножко удивлена. Давайте попробуем открыть и посмотреть, что же у нас там. Пакет в два раза больше, чем сам товар. Вот в таком вот варианте, смотрите, красивом каком мешочке, то есть вы даже можете его подарить кому-то. Данный силиконовый спонжик я купила за 99 рублей, он шел по каталогу, ну и, соответственно, минусуйте скидку консультанта, то есть достаточно выгодно вышел данный товар мне. Вот такой вот чехольчик, мы его с вами раскрываем. Это очень долго все раскрывается, и очень сложно это делать. Достаточно плотная лента. Вот, ну, мешочек можно использовать по назначению где-нибудь в другом месте. Вот, и давайте посмотрим. Вот такой вот достаточно мягкий силикон, очень приятный, мягенький силикончик. И здесь есть инструкция. Инструкция по использованию. Пытаюсь сфокусировать. То есть вот мы видим первую картинку, умываетесь, потом промываете спонжик под водой. Третий вариант. Наносим средство для очищения лица на сам спонжик. И потом уже начинаем очищать само лицо. Ну, после, видите, такой, значит, мокрой тряпочкой нужно либо салфеткой протереть лицо и помыть спонжик. Но не совсем понятно. То есть я так понимаю, что нужно будет вот так вот его держать, то есть здесь нет такого крепления, знаете, когда вот вы
под, да, есть некая такая лента, когда вы просовываете пальчики, она у вас сидит крепко на руке. То есть в данном случае вот такая вот технология, вот таким вот способом это все происходит. Ну, не знаю, посмотрим, потестируем, надеюсь, что мне понравится, судя по материалу, достаточно качественно сделано, то есть, в принципе, никаких претензий нет. Итак, следующее. Следующее, что было в этом заказе, это, конечно же, крем для душа, крем-гель для душа из серии «Молоко и мед», золотая коллекция, 200 мл. Здесь я взяла этот крем-гель, он был по хорошей скидке, тем более сейчас у меня уже заканчиваются запасы гелей, поэтому на лето я решила запастись по полной программе. Также в этом каталоге была возможность заказать пробник водички «Лидер», мужская туалетная водичка. Мы с вами ее потом посмотрим, как она выглядит в каталоге. Ну, отдам молодому человеку, пусть протестирует, что скажет, не знаю. Следующее, что было. Также с очень хорошей скидкой шла тушь Colorbox Fat Lash Mascara. Я уже данной тушью пользовалась, мне она очень понравилась, несмотря на свою бюджетную цену. Я могу вам ее посоветовать. Очень достойная тушь. Кто не пользовался, обязательно попробуйте. И также из распродажи перед оплатой на последнем этапе мне компания предложила товары со скидкой 80%. И я не упустила возможность заказать себе вот такой вот гель для душа Norfin Beauty. Насколько я помню, я хотела купить этот гель, как только он вышел в новинках, но у меня не получилось, потому что уже этого геля не было, соответственно, на складе. И вот сейчас, когда стоимость его была где-то в районе 70 рублей, я решила его взять. Здесь 200 мл. Это парфюмированный гель для душа с очень хорошей скидкой. Не упустите свою возможность приобрести данный товар. Я, кажется, пробовала парфюмированную вот эту вот водичку еще. Выходил крем-гель для душа, лосьон и водичка. Водичка мне, кстати, очень понравилась. И вот такой вот гель для душа теперь в моей коллекции летней, чему я очень рада. И давайте посмотрим, что же еще. Последний товар, который я решила заказать, это пляжное полотенце. Вот такое вот из серии Exotics Beach Towel. Я хочу вам его показать. Не знаю, насколько хватит возможности продемонстрировать это вот перед камерой, да, в таком вот маленьком варианте. Полотенце сделано из микрофибры. Кто смотрит мои ролики, в прошлом году в компании Oriflame в летней коллекции также была возможность получить такое вот, знаете, узорчатое полотенце из микрофибры. Оно было серо-желто-белого цвета, там есть как бы, да, фигуры на этом полотенце. Я его использовала именно как полотенце. Почему мне оно понравилось? Я его брала всегда с собой в поездке. И оно очень легкое, компактное, быстро сохнет. И я, во-первых, я всегда с собой, куда бы я ни ехала, беру полотенца свои, потому что в отеле как-то, ну, так сложилось, что я особо не использую эти полотенца по назначению, да, я пользуюсь своими. И, в принципе, для компактности вот такие вот маленькие полотенчики из микрофибры очень, очень хорошие, очень достойные. И увидев вот такое вот пляжное полотенце, либо можно использовать как подстилку, в компании Oriflame, я, не думая, решила его заказать. Тем более оно шло со скидкой. То есть если вы делаете заказ на какую-то там сумму определенную, вы можете это полотенце взять со скидкой 599 рублей, ну именно суть скидка консультанта, то есть он мне вышел где-то вообще 400 с чем-то рублей.
Это очень достойное полотенце, но я его буду использовать как подстилку на, ну, как, да, на пляже исключительно. То есть полотенце у меня уже есть, и вот теперь подстилка. Чем мне нравится это полотенце? Оно имеет очень хороший такой фактурный рисунок. Я постараюсь вам показать хотя бы часть. Здесь есть попугаи, экзотические попугаи. Ну вот я вам прям чуть-чуть совсем покажу. Вот если вы видите, вот такие вот цветы здесь и попугаи. И все полотенце в таких вот, в таком орнаменте выполнено. Очень достойное качество. Я, недолго думая, решила себе взять. Оно очень легкое, поместится в вашу пляжную сумочку. И, в принципе, вы понимаете, да, что микрофибра сама по себе впитывает влагу очень быстро. То есть, если вы придете на пляж, покупались в море, в океане или в бассейне, и сразу там, да, через какое-то время прилегли на данное полотенчико, оно не будет мокрым, то есть оно впитает воду и достаточно быстро высохнет. Очень достойный такой рисунок. Я когда увидела это, я просто была в шоке. Я, не думая, абсолютно решила его заказать. Так что я ни о чем не жалею. Если кто-то ценит такие вещи, обязательно берите. Я хочу показать вам, насколько оно тоненькое. То есть, видите, просто буквально 1-2 миллиметра толщины, но при этом очень приятный материал и очень достойное качество. В этом плане, конечно, компания Oriflame абсолютно не подвела. Вот, то есть очень хорошее полотенечко, как раз на летний сезон, готовимся уже к лету, готовимся к пляжу. Это идеальный вариант, особенно для детишек, потому что они любят долго плескаться в море или там, да, в любой, как бы, да, в воде, в бассейне, неважно. И вот укрывшись даже, многие же замерзают, да, выходя из воды, укрывшись данным полотенчиком, им не будет холодно, потому что этот материал микрофибра, он абсолютно универсальный. Вот, ну и, собственно, вот весь мой заказ. Он был не очень большим, но достаточно очень таким насыщенным в плане летней коллекции, для душа, для отпуска. Поэтому абсолютно довольна я заказом, довольна я товарами. Будем тестировать эти, значит, товары, да, Элви, Summer Joy и гели, лосьон. И потом обязательно вам расскажу о своем впечатлении об этом аромате. Ну а теперь давайте посмотрим наш новый каталог. Оставайтесь со мной. Итак, давайте теперь посмотрим наш новый каталог. Ну, полностью, скорее всего, мы с вами его смотреть не будем, но я хочу вам продемонстрировать вот эту вот водичку «Лидер». Будет прям полная коллекция, набор, это шариковый дезодорант, туалетная вода. Здесь будет у нас аккорды мускатного шалфея, лаванды и аккорд красного кедра. Должен быть очень приятный аромат. Страничка парфюмированная и очень приятно пахнет. Так что, возможно, даже этот аромат не зря назвали лидером. Я думаю, что он будет один из топовых товаров по продажам, потому что аромат действительно достойный. Также здесь у нас есть гель для душа 200 мл. Вот такая вот новинка, как раз таки к чемпионату мира по футболу. Ну, у нас здесь вот такая вот команда. Так, ну и давайте посмотрим, в принципе, наверное, просто, что нам предлагается. Солнцезащитные очки. Хочу обратить внимание, что здесь сразу есть и мужские, и женские, и даже есть к ним такие мягенькие чехольчики. Так, это у нас с вами мужская серия. Novage Man. Так, давайте посмотрим. Ну, в принципе, весь каталог выполнен вот в таком вот варианте, да, праздник, это чемпионат мира, и действительно здесь много-много всего. Ну, наверное, сейчас мы не будем листать, потому что здесь, в принципе, товары одни и те же, уже которые есть в регулярной коллекции Oriflame. Мы посмотрим то, что я планирую заказать себе в следующем каталоге. Итак, первое.
конечно же, это фаворит прошлого года. Парфюмированная вода Sublime Nature Tonka Bean. В следующем каталоге она будет идти со скидкой 2479 рублей. У меня уже она подошла к концу. У меня буквально осталось на пару раз использование. Очень достойная вода. Это фаворит прошлого года моего и, наверное, даже не просто лето, а, наверное, и зимы тоже. Осень, зима, то есть он круглогодичный аромат у меня на полочке, на туалетном столике. И это действительно достойный аромат, и я планирую его обязательно приобрести. Следующее, что также мне приглянулось, это новинка. Ограниченный выпуск у нас в серии Optimals. Radiance Будин. Radiance. Это я уже читаю про маску. Значит, я планирую приобрести данный наборчик, так как у меня пока еще есть, конечно, уход от компании Mary Kay, но думаю, что к концу июня как раз-таки он закончится, и на его смену я приобрету вот эти вот средства. Здесь у нас входит средство тонизирующее для умывания, гель-крем для лица 30 мл и маска. Что входит в данную серию? Это экстракт бузины и экстракт морожки. Ну, это имеется в виду с точки зрения натуральных компонентов. А то, что входит по химическому составу, понятное дело, что я вам сейчас не прочитаю. Следующее, что я планирую, это гель из серии Feminelle. Очень мне нравится, надолго его хватает. Обязательно его приобрету. Следующее, что это у нас с вами паста «Кристальная белизна» из серии OptiFresh System 8. Давно не было этих паст в каталоге со скидкой, и именно все три, поэтому я планирую приобрести себе «Кристальную белизну». Следующее, что я планирую, но пока я еще думаю, это маска восстанавливающая для сухих и поврежденных волос из серии Hair X. Она здесь будет идти со скидочкой, и я планирую ее купить. Но пока не знаю, посмотрим. Пока у меня еще есть, в принципе, уходовое средство для волос. Также в следующем каталоге у нас появляется в серии Love Nature новинки. Шампунь 2 в 1 и кондиционер, яблоко и бамбук. Шампунь этот позиционирует себя как укрепляющий. Очень приятно пахнет, но аромат больше мне, конечно, понравился у другого шампуня для придания объема волосам. Это зеленый чай и личи. Очень приятно пахнет. Объем везде у шампуня 250 мл. Ну вот по одной штучке я как раз планирую купить. И следующий, последний товар. Это серия Fit Up с мандарином. А, нет, с апельсином. Апельсиновая вода. Здесь у нас с вами лимитированная коллекция. 150 мл спрей. И я планирую взять себе две штучки. Очень хорошие средства, я уже про них говорила. И хочу обратить ваше внимание для поклонников вообще, в принципе, футбола. Особенно если есть коллекционеры или дети, кто увлекаются футболом. Компания Oriflame такой дизайн сделала на всеми любимыми гели для душа. Вы знаете, да, что здесь есть и пляжи Майами, Исландия, японские церемонии и тосканский закат. И вот так вот она, такие вот стикеры в стиле FIFA. В стиле Россия. Можете вы видеть, как очень красиво сделано. Ну, это ассоциация, да, балалайка, футбольный мяч, матрешка, дизайн, самовар, гармонь, белка, собор Василия Блаженного. Также здесь есть космос. Вот вы можете видеть. Ну, в общем-то, очень так интересненько.
красиво и все в стиле, в тренде HM2018 компания Oriflame подготовила. Так что, в принципе, здесь очень много достойных предложений. Посмотрите, возможно, что-то понравится и вам. Ну что ж, всем отличных выходных, всем пока-пока!